Приветствую вас, о чем бы я, наверное, вот сразу бы сказал, это то, что у вас есть как элементы дереализации, вот, дереализации, деперсонализации, так и элементы, наверное, социофобии, судя по тому, что вы говорите, понятно, что никакие диагнозы ставить я не хочу, вот, потому что делать это в таком формате не очень хорошо, здорово, этично, но вот какие-то элементы, мне кажется, есть. Соответственно, деперсонализация и дереализация, простите, это, как правило, следствие определенных процессов зачастую. Не самых приятных, не самых лучших, не самых таких, знаете, не самых комфортных. То есть это история, она может быть про то, да, что вы, например, очень негативно себя оцениваете, вот, очень негативно, например, вы к себе относитесь, вот, очень так вот вы себя воспринимаете, я бы сказал, не очень хорошо. Вот, то есть, ну, в том смысле, что почему человек начинает бояться других людей, потому что он себя оценивает и оценивает себя, как правило, да, достаточно негативно. Человек себя оценивает, вот, как правило, эта оценка достаточно негативна, она стремится к, ну, к очень низкой, эта оценка, вот. Поэтому, на мой взгляд, вот то, на что вам нужно обратить свое внимание, это именно на, с одной стороны, оценку, а на другой, другой стороны, на то, как вы к себе относитесь в контексте этой самой оценки. То есть как вы себя воспринимаете в контексте вот этой оценки, как вы себя видите в контексте этой оценки, потому что, скорее всего, здесь есть что-то такое довольно-таки негативно. Поэтому такая вот история, на мой взгляд, в первую очередь, такой аспект, вот, в первую очередь, если мы говорим непосредственно про то, как это, ну, про то, как это вот образовывается, например, про то, как это получается, например, и так далее. Вот. Это, пожалуй, вот первое, о чем я хотел сказать.
Что касается, собственно, идеи реализации, идеи деперсонализации, что, на мой взгляд, важно тоже, то здесь выглядит все как некоторая такая, знаете, защита, я бы сказал. То есть выглядит это так, как будто бы защищает. То есть это как будто бы это вот у вас идет защита. Вот. То есть как будто бы у вас происходит уход в вот эту историю, уход ну, защитную реакцию, уход в деперсонализацию, вот, потому что вам, ну, например, невыносимо себя ощущать, ну, вот, определенным образом, да, вам очень болезненно и трудно себя воспринимать в таком контексте. То есть в контексте именно вот какой-то такой негативный, да, не очень хороший. В контексте вот себя. И на мой взгляд, в первую очередь работать нужно именно с этим, то есть с одной стороны, это оценка, вот. То, как вы, ну, относитесь к себе, как вы воспринимаете себя, с одной стороны. С другой стороны, это то, как вы обращаетесь с этим. То есть, как вы, обращаетесь, справляетесь, если угодно с этим, вот, и так далее. То есть это вот то, что на вас, на мой взгляд, влияет, ну вот, самым таким непосредственным образом, к сожалению, к моему большому сожалению. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы с этим что-то делать? Хотите ли вы это менять? Хотите ли вы это корректировать? Это вот уже, на мой взгляд, конечно, деталь. То есть это уже то, на что вам, именно вам, нужно обращать свое вот самое такое пристальное внимание, да? Вот. Скорее всего, у вас достаточно большие и высокие требования к себе. Вот. Скорее всего, вы требуете от себя постоянно и слишком много. Вот. Скорее всего, вы относитесь к себе несколько вот так вот негативно. Вот. И
Соответственно, это на вас оказывает довольно существенное влияние. Ну, потому что вы находитесь в постоянном напряжении. Соответственно, это работа с установками вашими, которые вот, собственно, вам, ну, как мне кажется, довольно серьезно вредят, да? То есть установки вот ваши, которые вам довольно серьезно мешают. Вот. Мешают, ну, потому что если бы вот условно не они, да, то вам было бы, ну, гораздо проще, легче, комфортнее находиться, ну, в состоянии среди людей, в состоянии, вот, ну, условно говоря, контакта с другими людьми. А так, понятное дело, что все это весьма-весьма тяжело, все это весьма-весьма трудно для вас, все это весьма-весьма негативно. И понятное дело, что вы находясь в напряжении, вот, чувствуете себя вот, ну, по факту под постоянным давлением. Вот, поэтому тут только работа, вот, тут только психотерапия, вот. А насколько долго, насколько она длительная может быть, неизвестно, потому что это зависит от вас, зависит от того, насколько вы к ней будете восприимчивы. Вот, значит, дайте, пожалуйста, обратную связь, какую-то в ответ на то, что я сказал, ну вот, и уже исходя из этого, будете думать, что делать дальше. Удачи вам, всего самого доброго.